немного косметики от Influence Sazona. Взяла палетку для контурирования и блеск. Палетки 2 бронзера очень красивого оттенка. Они не рыжие и не холодные, как раз подойдут девочкам с нейтральной и теплой внешностью. Также довольно нежные румяна и очень яркий хайлайтер. Блеск в оттенке 09, такого красивого нюдового оттенка, довольно пигментированный, похож даже чем-то на помаду. Мне понравилось, как выглядит на губах.